На Белсаце короткий огляд новинок апошнего дня лета, 31 жнивня. У студии працую Александр Борозенко. Витаю. Лукашенко сегодня собрал нараду Совету безопасности. Он уже традиционно виноватый Украины Заходу и, у приватности, соседние Польшу, Литву и Латвию у нарушении войсковой присутности на межи, рыхтовании узброенных провокаций и спробов силою зрынуть ягоный режим. Так само Лукашенко отреагировал на потребование краину у соседок прибрать с территории Беларуси боевиков ПВК Вагнера, запотребовавший у отказ вывести с Польши и краинов Балты объединенный контингент НАТО. Огонь по своих. Лукашенковцы потребуют заборонить музычный гурт «Дразды». С такой пропановою у эфиры пропагандистского каналу СТВ выступил керовник так званого молодевого парламента при национальном сходе Микита Рачиловский. По его словах, «Дразды» своей творчестью несут неправильный образ жихара вёски, снижают престиж сельгаспрацовников. Идею Рачиловского потримал пропагандиста Заронок. Ранее супред «Дроздов» и фронтмена гурта Виталя Карпанова выказывалася и сумновядомая инфоказачка Ольга Бон. При этом «Дразды» активно удельничают у правладных мероприемствах, а сам Карпанов выказывался ранее у подтримку Лукашенки. Со своими песнями про вязковое житё и малую родиму гурт шмат гастролюе по невеликих белорусских мястэчках. Более за 1000 мясцовостей без электричности, поваленные древы и побитые дахи домов. У МНС оповели про наступствы учорашней непогоди. Навальничный фронт принес порывы ветру до 27 метров за секунду. МНС зафиксовали пошкоджені 55 будинков и амаль 200 выпадков падения древов. Работники Белэнерго до раницы працавали над обновлением энергозабеспечения и рыхтавалися до другой хвали непогоди. Штормовое попереджение и желтый узровень небезпеки объявленные и на сегодня. Синоптики прогнозуют навальницы, мощный ветер и разом с тем спеку до 31 градуса. А у Осиповицким районе маланкою забила молодёна. Компания молоди верталася з отпочинку на природе. У дорозе их заспела навальница. Ауто спынилася на обочине. 25-годовый хлопец вышел из машины и в гэты момент у яго ударила маланка. Смерть Евгения Пригожина, лидера ПВК Вагнера, протягивает выкликать чутки и спрэчки. У связанным с вагнеровцами телеграм-канале «Грейзон» заявился видеоролик, на яким бизнесовец и основальник группы Вагнера разважая, ти живый он. Коли сняли видео, не ясно, але на им Пригожин называет датою запису выходный день у другой полове жнивня. Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела, сейчас выходные, вторая половина августа 23 года, нахожусь в Африке, поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков там или еще чего-нибудь, собственно говоря, все в порядке. Дадам, былого уладальника ПВК Вагнера официйно, але у атмосферы секретности похвалю учора на парахаўскіх могілках у Петербурзе. Каля ветки таксовец на смерть переехал женщину и съехал с места здарэння. Его знайшли поводле обломка автомобиля. Тело женщины знайшли у ночь на сераду. У момент трагедии она с некой причины лежала на дорозе. На месте здарэння следшие знайшли деталь от автомобиля Volkswagen. Позднее высветлилось, что автомобиль сдавался в аренду для працы у такси. А у тую ночь за стерном был 41-годовый гомелец. После наезду на женщину он не надал ей допомоги, а съехал с места трагедии. Позднее набыл алкоголь, а пошкодженное авто сховал у гараж. Мужчину затримали. Кайли Миндоух. Журналист и блогер Микита Мелкозеров запустил YouTube-канал про белорусскость и айчинную историю. У первом выдании нового проекта Мелкозеров разважает про неподобность белорусов до российцев, да и миф про братские народы. Братских народов не иснуе. Коли дорослому человеку потребно некое братство, как форма стосунку, треба звернуться за допомогой. Мы не русские со знаком якости, мы агулом не русские ниякие, мы самостойный народ. Вертанне чын-чынаў. Побачыў свет сатырычны фільм пра новыя прыгоды чыноўнікаў Мікалая Сергеевіча і Сергея Мікалаевіча. Фільм «Чын-чыны прылятілі зязюлей» прэзентавалі сёння апоўдні на Ютубе. Паводле сценара чыноўнікі прыязджаюць у псіхіятрычную лякарню да праўладнай актывісткі і спявачкі Алены Жалудок, каб запрасіць яе на дзяржаўную імпрэзу. Прагучыць у фільме і новая песня ад выканаўцы легендарнай «Шчучыншчыны». И это все новины у коротком огляде. Закликаю комментовать, ставить лайки и делиться нашим выданием, как его смогли побачить еще больше глядачов. Под суммование информационной картины дня, как заусёды, глядите в объективе о 20-й године. Бережите себе и заставайтесь с Белсатом.